Привет, девочки-красавицы! О, что это у нас сегодня? Это же Шопкинс! С чего же начнем? Давайте начнем с сюрприза. Аккуратненько снимем пленочку. Вот так. Корзиночка у нас розовенькая. У нас сюрпризы в таких желтеньких пакетиках. А до этого они были в прозрачных пакетиках. И список Шопкинсов, чтобы проверить, если мы не знаем название, кто нам попался. Итак, начнем с первого. Кто же здесь интересно? Ну-ка. О, какая маленькая сумочка. Ой, или это неклас? Это похоже на маленькое ожерелье с камушком посередине, который нам подмигивает. А зовут ее Джулс. И она находится в разделе аксессуаров. Она обычная, но очень-очень симпатичная. Какая же она красавица. О-о-о. И здесь у нее застежечка. Иди, Джулс. Так, а кто же здесь нам попался? Ой, как мне не терпится посмотреть. Ну-ка, откроем. О-о-о. Это же шарик. Вот здесь видно, у него завязочка. Он такой веселый. Такие у него красивые глазки. Снизу желтенький, а кверху красненький. Какой он здоровский. Ну-ка посмотрим. Наверное, он должен быть в секции Party Time. И здесь Джун Блун. Ура! И он тоже обычный. Вот у нас сегодня были такие шопкинсы. Джулс и Джун Блун. Который вам больше понравился, Джулс или Джун Блун? Напишите нам в комментарии. А теперь посмотрим, какие же у нас здесь сюрпризы. О-о-о! Мини-наборчик. Обожаю эти шопкинсы. Супер, давайте скорее его откроем. Ну-ка. Так. О-о-о! Вот у нас здесь все выходит. Вот такой супер пенальчик. Сюда можно положить вот такой ластик от Шопкинс. Оп. Такой фиолетовый маркер от Шопкинс. Еще один фиолетовый маркер от Шопкинс. Розовая ручка. Обожаю розовый цвет. Вот такая ручка. Маленькая ручка, и как раз она вмещается в наш маленький пенал. Такая записная книжка с шопкинсами на обложке. И здесь можно писать. Давайте порисуем нашим маркером. Нарисуем сердечко. Вот такое у нас сердечко, которое мы нарисовали этим фломастером от Шопкинс. А теперь давайте попробуем голубой маркер. И напишем название нашего канала для мальчиков. My Toys. Что означает «мои игрушки». Вот так. Привет! Вот такой классный маркер от Шопкинс. Так. Попробуем ручку. Нарисуем волну. А ручка розовая. И поэтому напишем название нашего канала. My Toys Pink. Канал My Toys, только розовый. Вот как у нас интересно получилось. Супер блокнотик. С шопкинсами. Вот так. А что у нас еще осталось? О, у нас же остались стикеры. О, какие классные стикеры. О, Sneaky Wedge, Lippy Lips, Cookie. О, как я их люблю. Можно наклеить эти стикеры на наш пенал. Но я не хочу его портить. И я наклею на наш блокнотик. Потому что здесь он не интересный. Вот так можно взять стикер и наклеить.
Посмотрите, как это Куки-Куки смеется. А это такая растерянная Куки-Куки. Они такие смешные. Вот так. И здесь Липпи Липс тоже с разным настроением. Вот такая у нас кисточка Липпи Липс. Сейчас приклеим другие. Вот эту приклеим рядом. Хопа. И вот эту подмигивающую. Вот какие они у нас интересные, симпатичные и с разным настроением. Давайте также прикрепим Apple Blossom. Ой, какая она веселая. А здесь танцующая. А здесь у меня цветочек в руках. Иди сюда, веселая Apple Blossom. Раз. Танцующая. Два. И цветочка в руках. Три. А теперь приклеим Cupcake-шик. И Cupcake-шик у нас тоже с разными настроениями. Здесь она подмигивает. Здесь улыбается. Ой, а здесь что она делает? Кажется, она держится за голову. У тебя все хорошо, Cupcake-шик? Давайте же скорее их приклеим. И вот у нас Cupcake-шик. Тоже с разным настроением. Какие они милые. Теперь очередь дошла до Strawberry Kiss. Раз. Два. И три. Вот какая у нас Strawberry Kiss. Обожаю. И наконец Delish Donut. Ой, посмотрите, здесь она подмигивает. Здесь просто стоит. А здесь веселится. Какая она классная. Так, приклеим сюда. Раз, два и три. А, вау, какой у нас блокнот становится. Просто суперский. Следующий на очереди идет Sneaky Wedge. Ой, какая удивленная. А здесь она смеется. А здесь она подмигивает. Какая классная эта Sneaky Wedge. Обожаю. Давайте ее тоже приклеим. Вот у нас и Sneaky Wedge в центре. И последний Puppy Corn. Ой, как она смеется. Ой, как она здесь подмигивает. И попкорн у нее рассыпается. И здесь она тоже веселая. Какое хорошее настроение у Puppy Corn. Давайте его тоже приклеим. Раз. Два. И три. О, какой веселый блокнотик у нас получился. И здесь Шопкинсы, и здесь. А здесь они у нас какие разные, с разным настроением. Cupcake-шик, Sneaky Wedge, Apple Blossom, Куки-куки, Strawberry Kiss, Puppy Corn, Lippy Lips и Delish Donut. А которая вам больше понравилась? Обязательно напишите нам в комментарии. Вот такой классный блокнотик. Ведь если его с собой брать, всегда поднимается настроение. А пенальчик у нас совсем небольшой, и здесь помещается все самое-самое необходимое. Можно пойти к подружке и нарисовать ей какую-нибудь очень красивую картиночку. Или сочинить вместе с ней песенку. И, наконец, что же это у нас такое? О, это же ластики! Вот это ластики! Давайте скорее достанем их. Что содержится в этой упаковке? Ластик. Cupcake-шик и ластик Lippy Lips. Ой, как весело! Так, давайте быстрее их достанем. О, а вот и наши ластики. О, какие они классные! Вау! Lippy Lips, такая яркая! Lippy Lips просто красавица! Какие у нее здесь бантики! Какие у нее щечки! И губки, здесь сердечки. Этот ластик просто необыкновенный. Мои подружки мне обзавидуются точно. А этот ластик Cupcake-шик такой яркий. Мне очень нравится вот этот зеленый цвет. И мне также нравится, что она такая позитивная и веселая. И ведь если одеть ее на карандашик, то она рядом всегда будет поднимать настроение. Ой, а здесь какая клубничка. Вкусняшка. Вот так она одевается. Привет, девочки, как у вас дела? Хорошо, у нас тоже хорошо. А как у тебя дела, Cupcake-шик? У меня очень хорошо, спасибо, Lippy Lips. А ты как поживаешь? И у меня все хорошо, спасибо, Cupcake-шик. Ты очень доброжелательная. Вот такие у нас девчонки ластики.
И мы можем положить эти ластики с собой в пенал. Вот так. Липпи липс. И вот так капкейкшик. Аккуратненько закроем. И возьму этих новеньких шопкинсов показать своей подружке. Вот так. Ну все, у меня полный комплект. И теперь я могу пойти к подружке и показать свой новый пенал, в котором у меня чего только нету. Красивый блокнотик с новыми стикерами. Два маркера, ручка и самое главное, супер симпатичные ластики. Ну все, девочки, пока, я пошла играться. И не забудьте подписаться на наш канал.